Всем привет! Вы по названию видео смотрите черный фон. На этой неделе я купил черный материал. Он был достаточно дорогой, то есть я купил за 20 евро. Длина 3 метра, высота 1,5 метра. 1,50 м. Черный фон — это здорово. Когда ты смотришь ролики на черном фоне, то впечатление складывается, что ролик должен быть не то чтобы серьезным. Опять не могу подобрать слова. Это не хорошо, не плохо, то есть это нормально. Черный цвет — это нормально. Можно также использовать черный хромакей, как и зеленый, но черный хромакей, он тоже в принципе нормальный. Черный фон. Я просто хотел, чтобы на моем канале был бы просто такой ролик. На черном фоне можно снять пародию. Черный человек на черном фоне. Я черный, и я смотрю на всю эту чернуху, и это черный цвет. Вообще, мой любимый цвет — это черный. Многим людям нравится черный цвет. Не потому что он черный, а потому что в серой массе его легче применить. Как вот этот черный фон, который сзади меня. Черный фон.